Всем привет, друзья! С вами Иван Кожей, и сегодня мы обозреваем чипсы. Вот по просьбе моих любимых зрителей и подписчиков, вот мы начинаем обозревать новый бренд. Это бренд Matcha. Вот меня попросили снять на него обзор, и я, конечно же, не мог отказать. Вот пачка весом 135 грамм, XXL, это самая большая пачка, которую я смог найти, обошлась мне в 12 гривен 29 копеек. Сори, ребят, без конвертера сейчас, вот, и влом считать. Я думаю, в онлайне, в принципе, при желании вы сами найдете любой конвертер валют и посчитайте, сколько это приблизительно в рублях, вот, или в долларах, кому как интересно. Вот, вкус у нас сегодня паприка. Честно, по сути, хочу сказать, что матчо я, в принципе, видел их, когда-то даже пробовал, но, честно, больше прусь вот на лейс, люкс, такого плана о чипсах, и, как бы, матчо, по сути, я практически не ел. Вот, сейчас, можно так сказать, будет чуть ли не первая проба. Давайте заглянем внутрь. Кстати, так вот, если сравнить с теми же лейсами, вот, и люксами, то матчи достаточно неплохую цену имеют. Вот такая пачка лейсов сейчас там колеблется около 16 гривен, то есть, ну, на порядок дешевле. Вот, ну, возможно, как бы, я не исключаю, что будет тут, как бы, уступать они именно по качеству, что ли. Ну, так, по сути, наверное, и есть. Вот, как бы, достал я чипс. Вот он, по сути, как бы, кажется, как бы, обычный, но немножко невзрачный. Не такой у него цвет. Запах достаточно приятный, вроде бы. Попробуем. Ну, вы знаете, вот этот, наверное, цвет такой попался, потому что вся чипсина, вот она, как бы, в этой приправе. Реально, я сам чипс практически не распробовал. Вот, если посветлее, да, сейчас вот возьму посветлее, скажу. Ну, в целом, своих денег там, можно так сказать, и не стоят. Вот, реально, как бы, уступают они лейсам 100%. Сам чипс достаточно тонкий, вот, и вкус чипса, ну, не знаю, не, ну, непривычный мне, как бы. Ну, в целом, чипсы достаточно неплохие. Не знаю, что еще сказать. На этом у меня все, друзья. С вами был Иван Кожей. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, пишите коммент. ВКонтакте добавляйтесь в друзья, пишите мне, буду рад пообщаться. Всем пока.